Такого Одинцовский лед еще не видел. Команда армейцев в полном составе. Самый титулованный хоккейный клуб провел тренировку в парке культуры, спорта и отдыха. Это как бы лед нашего детства. Мы все так начинали на улице. Прекрасные условия здесь в парке. Лед был залит по всем правилам, так сказать. Немножко снег мешал, но ничего страшного. В общем-то, ребята получили удовольствие. Мы провели нормальную стандартную тренировку. Что для хоккеистов ЦСКА стандартная тренировка, то для их болельщиков уникальная возможность насладиться мастерством любимой команды не с высоких трибун ледовой арены. А вот так, близко. Пригодились даже сугробы, сверху оказалось виднее. Поиграли 3-3, отработали схемы, броски, тренировка в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Следующую игру клуб проведет на родной арене. Армейцам предстоит помериться силами с подмосковным «Витязем». Боевой настрой, мы все готовимся к плей-офф, осталось не так много игр, поэтому все мысли, все игры наши предстоящие, подготовка прямая. Но не только понаблюдать за любимчиками смогли фанаты ЦСКА. После тренировки самая долгожданная часть спортивной программы – автограф-сессия. Сделали фото на память, пожелали команде удачи и, конечно, пригласили вновь на гостеприимный Одинцовский лед. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».